Каждый год накануне Дня города список почетных граждан Чебоксар пополняется новыми именами. Это дань признательности и уважения за вклад в развитие столицы. Бескорыстное служение народу, безупречная трудовая деятельность, активная гражданская позиция – вот главные критерии вклада. В этом списке уже несколько десятков человек. В этом году на почетное звание претендуют 6 горожан. Это руководитель национального ансамбля «УЯВ» Зинаида Козлова, мастер спорта СССР международного класса по боксу Валерий Львов, заведующий эндокринологическим отделением РКБ номер 1 Игорь Мадянов, заслуженный строитель России Игорь Рощин, исполнительный директор завода имени Чапаева Михаил Резников и заслуженный энергетик Чувашии Владимир Щедрин. Голосование проходит на портале «Открытый город» до 5 августа.